Добрый вечер всем. Такая вот породка молодых курочек у нас имеется на хозяйстве. Американа, несущие голубое яйцо. Ждем скорейшего заноса. Осталось совсем прямо считанные дни, я думаю. Курочкам уже 4,5 месяца. Такие вот красавчики у нас имеются на хозяйстве. Питаются они у нас. Просили там в предыдущих роликах, под ролики писали комментарии, чем питаются. Ну, в основном делаю комбикорм свой. Пшеница, чуть-чуть гороха, кукуруза, просто семечка. И вот вечером делаю как мешанку, чтобы как бы усваивалось получше. А днем с утра сыплю сухую. Питаются так они у нас. Вот такая вот эта семеечка небольшая. Как занесутся, сразу покажу вам, какое яйцо. Еще раз повторюсь. Американа. Курочка американы. Следующий, кто у нас имеется? Орловско-ситцевые. Вот такие вот красавчики. Тоже породу эту приобрел в этом году. Порода, как бы, как все мне говорили, тяжелая. Поскольку у них немножко тяжелое оперение, то есть проходит долгое оперение. И 2 месяца ходят немножко как бы лысые. Но ничего, пережили. Яйцо брал с 2 хозяйств. Это вот старшие. Понравилось мне. Из 15 яичек у меня вышло 11 цыплят. Здесь сейчас на данный момент сидят 6. Как бы вроде бы уже видно, что здесь 2 петушка и 4 курочки. 5 петушков, которые видно, я уже их отсадил отсюда. Тоже сидят на земле, кушают свой комбикорм. Ну и по праздникам, как говорится, на радость бывает, иногда покупая сбалансированный комбикорм для несушки. Это либо Пурина, либо оренбургский комбикормовый завод. Ну, это бывает по праздникам. Ну и теперь, как просили, русская хохлатая ситцевая. Лена просила, чтобы я его показал. Вот такие вот красавицы с молодыми петушками. 1 петушок уходит в брак. Вот на ближнем фоне у нас есть все красиво и подходит полностью, но без хохла. Жалко, конечно. А этот петушочек молодой с хохолком полностью подходит нам. Сейчас мы позовем еще одну красавицу. Идем. Такие ручные курочки, я бы сказал. Попозируй немножко. Вот такая вот куреха. Вот, не видать глаз. Любопытная. Всегда что-то надо посмотреть. То есть, если ей телефон показать, то... Ну, прям девушка в кокошнике. Да, девушка в кокошнике. Давай поправим тебе прическу. Вот их Петя. Молодой Петя не подходит. Желающий, может, кому-то надо по Оренбургской области. Просто в стадо. Ну, либо на мясо. Попробуем мясо русской хохлатой. Да, про тебя говорить. А так, в принципе, можно будет его пустить и в миксовое стадо. Есть у меня стадо для столового яйца. Посмотрим, определимся. Без работы и без дела не останется. А молодой Петя полностью подходит. Небольшой, как и положено у петушка, но хохолочек имеется. Хохолок имеется. Вот такие вот красавцы.